Они думают, что я не забью. Насилу надо было, Витер сказал. Вот это лицо заснять, конечно. Я просто такой не успел поднять глаза и просто вижу, как этот мяч уже туда ныряет. Мбаппе на каком бастауне, у него штаны спадают, но он бежит туда. Ай, Тёмыч. Братан, я это оценил. Слава! Здорово, бля! Я Сашки! Да, бля, дай! Брат, это команда, пи***ц. Красота. Что это было? Офигеть. Помню, три подряд. Я помню, мы повторяли с Эванионом. Теперь надо настраиваться на остальные удары. А, что это было? Это что было? Это что сейчас было? Я тоже думал, мимо летит. Это с другой планеты человек, как за ним можно убежать? А с таким лицом это Женек делал? Мне вот эта вся зеленка просто в рот попала. Женек как футбольный актер сейчас себя повел просто. Ставим и надеюсь забьем. Что за блин, да нет! Да! Пока что я не выполняю наказание. Нет, ну как же это было красиво. Все, у меня последний удар. Ну, честно, тут уже удивляться нечему. А походу Чумыч забирает еще самый красивый гол от Фонбета. Он еще и правый, прикинь, забил. Хорошо. Два из трех есть. А я вот сейчас думал, как он сейчас правый будет бить, а он взял Рабонов. Это снова я! Джоб, Саджо. Ну, Джоб, бро. Ну почему мне в команду не дали профессионального футболиста? Один, один. У нас по одному. Сейчас, Степа, я обороняюсь. Вон, да ну читать, что они делают движение? Он пошел читать это. Просто идеально, прям в уголочек. Сюда, ё! Стас, отбой. Не нужно. Здесь без монтажа пи***ц полный. Здесь из 20 ударов, типа, 17 голов. Реально, сегодня не нужно. А я это запомнил. Я как жюри буду иметь в виду. Красиво. Эту банку. Это офигенный гол был.
Давай теперь. Ну хотя бы один гол из пяти. Let's do it, mister. Ладно, смотри в 9. Давай. Я забил ушок! Best of me now, best of me. Я опять это сделал! Я опять это получил! Я опять Чувак, ну это было хорошо, это 3-1. Я даже не буду делать выход, я пошел домой просто. Я ничего не сделаю близко такой, как вот это. Я один, Кул на меня смотрит и дает спырса. Он уже с последних сил отдавал эту передачу. Тёмыч остался один в один с защитником. Мяч у меня, защитник справа от меня, и мне надо как-то убегать. Прокинул себе мимо защиты, я уже понял, что ни хрена, чувак, ты его не догонишь. Здесь он тоже обыгрывает под левую ногу, в момент очень опасный, угол острый. Тёмыч бьет. И он забивает, и такой, ебать, ну это Тёмыч, типа, ну он вообще все красиво делает, типа. Первый мяч, я не знаю, у меня как второе дыхание, я полетел сразу туда. Ты забиваешь, вместе с тобой вся команда празднует, тебе очень приятно, и ты уже с ними на одной волне. Ну, чувак, да я не знаю, но когда первый гол, когда так настроен, мне кажется, на это все равно были очень крутые эмоции. Получай! Ту, Чуваки, это божественная нога просто, я не знаю, как он это делает. Алло, здравствуйте, это Федор, мне дал телефон, Артем, сейчас. Я сейчас его уже поменяю, я тренер, сейчас я его поменяю, и все, и он едет. Пантерыч, мама звонила. Что сказала? Да, я сказал, сейчас я его меняю, и он уходит. Что говоришь? Спасибо, Ной, спасибо. Ну ты дальше играешь, да? 2 минуты. А, ну правильно. А мне понравился удар. Офигеть, чувак, это что за танцы были вот такие? Что-то тут не так. Первую точку забивают просто все. Не дано. Вот это банчелло. Офигеть! Мазать просто больше нельзя. Все, либо я, либо Бапе. Кто-то из нас вылетит. Ну это фарт, пацаны, я ничего не могу сказать, это фарт. Без фарта никуда, я так скажу. Слава богу, я не проиграл, как же я рад. Может, крючаном дать. I can't believe it! I can't believe it! Let's shoot. До свидания. Все молчат, потому что они в шоке, чуваки. Я сам в шоке, не думал, что так попаду. Бро, ну прямо туда, прямо в девятку. Шляпа опять? Шляп? Все летит сегодня, все летит у них.
Я не знаю, удары сложные. Perfect. Это не, ну Тёма на выходах 1-1 просто дал. Да ну реальный гол от штанги! Fucking Black Panther! Просто на пушку, на! Да! Дядя, ну не надо расстраиваться. Впереди самый читер на еще, надо сказать. Это лучшее. Он с каждым видео делал какую-то новую херню. Давай, Тёма, давай, ты сможешь. Оставляем это? Все, засчитано. Засчитано, Тёма, ты машина. Ты хорош, бро, железный яйца.